Собирались ехать домой, но потянуло на приключения. Четверых гостей столицы, которые напали на водителя такси, задержали полицейские в центре Москвы. По материалам уголовного дела, злоумышленники поймали на улице машину, сели в салон и заявили, платить они не собираются, да и ехать никуда не хотят. Им нужны были деньги. Начали они бить, но одну раз машину забрал меня под портмоне. Что в портмоне было? А в портмоне было то документы, все паспорт. Водительское удостоверение, СТС, машина. Что еще было? Деньги. Получив, что требовали, молодые люди ушли. Таксист обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемых. 23-летнего жителя Подмосковья и троих ранее судимых приезжих мужчин в возрасте от 21 года до 22 лет. Похищенные имущество, деньги и документы у злоумышленников изъяли и возвратили водителю. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.